Че, все любят вложики? Сегодня будет у нас, наверное, очередной вложик. Такой спонтанный. Собственно, с чем он связан? С тем, что утром я обнаружил, что у нас обесточенный дом. А нас там сейчас нет. На резерве работала охрана и видеонаблюдение. Ну и интернет, соответственно. А сейчас уже и резерв потух. В общем, короче, еду смотреть, что там за беда, с чем это связано. Потому что вроде как плановых отключений электроэнергии не было. Сейчас поеду внепланово в деревню разбираться. 2 часа в один конец, 2 часа обратно. Блин, не знаю, успеть бы вернуться. Так, чтобы еще никто не спал. Один хрен, собирались ехать в эти выходные туда. Потому что уже накопилось всяких разных задач, которые можно решить только туда съездив. Ну вот, приходится ехать сегодня. Шустренько доехал. Всего 1:50 в пути. Уже подъезжаю, сейчас буду смотреть, что там. Ну, дом стоит. Уже хорошо, что он хотя бы не сгорел. Следов особо нет. Пойду смотреть. Связка ключей в охапку. И пойдем расчехляться. О, насыпало-то неплохо так. А дорога при этом почищена. Вон какая-то живность тут ходила, под калиткой лазила. Кот, наверное. Так, камеру надо выключить, иначе замок не открою. Так, надо сразу инструмент взять, а то мы ездили с Витей на монтажи. У меня весь инструмент тут. Как раз таки. Ну, пойдем смотреть. Да, слушайте, снежку насыпало прям хорошо. Зима такая радостная. Настоящая. Правда, что-то февраль уже. В прошлом году в это время было столько снега. Просто дофига. Так, ну что, момент истины, где колючий. А тут потемки, блин, надо хотя бы фонарь. Не знаю, насколько он будет освещать. Так, ну сеть к нам приходит. А тут... Та-дам! Сдохший стабилизатор. Или одной фазы нету. Интересно. Короче, надо тестер доставать, мерить. Походу, одну фазу отрубило вообще наглухо. Ну, в общем, я достал тестер. Мои догадки подтвердились, что выбило одну фазу. Нифига не вижу, потому что фонарь прям в лицо светит. Короче, сбегал еще, померил на вводном автомате на щитке, там, где счетчик стоит на улице. И получается, что да, одной фазы просто нет. Соответственно, сейчас позвонил в светлую линию, они там все... заняты, не смогли меня соединить с диспетчером. И буду ждать, пока они как минимум мне либо перезвонят, либо через полчаса сказали звонить еще. А сейчас пока пойду заведу генератор, хоть будет немножко света. Можно будет хоть чаю попить. Ну что, генератор запущен. Собственно, сейчас переключимся на него. И теперь можно запускать уже все и смотреть, что у нас сейчас домик должен ожить. Давай. Это стабик беснуется опять, хотя нет, вот завелся, да. Сейчас будет бабах. О, и все заработало. О, чудо. Так, теперь главное ничего лишнего, чтобы не включилось, а то у нас генератор много не вынесет. Тут интересно работает. Релюшка типа не срабатывает, что ли? Походу дела. Странно. Ну ладно. Короче, так, уже можно включить свет. Значит, смотри, какая штука. Звонили, точнее, я сейчас звонил в этот, в диспетчерскую. Оттуда перезвонили с местной, сказали, что аварийку, короче, к нам уже выслали. И так, холодильник уже остыл до -7. Ничего страшного.
Вот, выставили аварийку. Я думаю, что минут через 20 они приедут, все починят, и можно будет спокойно уже оставлять его греться. Потому что как раз к выходным здесь будет хорошо, тепленько. Вот, можно сказать, миссия выполнена. Все в порядке. Моя система цела, это накосячили электрики. Крутота. Сейчас стою, жду, когда приедет машина с не знаю, наверное, вот так надо снимать, да, чтобы меня виднее было. Сейчас, секундочку, вот. Стою сейчас, жду, когда приедет машина с энергетиками, и в какой-то момент понимаю, что что-то резко поменялось. На улице кромешная просто темнота, погасли все фонари. То есть, видимо, они все-таки докуда-то доехали и чем-то там занимаются. Вот, кстати, только что включили. Можно идти проверять. Вот и фонари загорелись. Пойду смотреть, появилась фаза или нет. Ну, похоже, что они все починили. Я сейчас померил, все три фазы есть. Сейчас переключусь с генератора и пойду его глушить. Убежусь, что все работает, и пойду уже его заглушу тогда. Так, сейчас будет у нас опять темнота, да? Друг молодежи. Та-дам! Да будет свет, да, все три фазы на месте. Все работает. Так. Отопление так и не стартует, пойду глушить генератор. Такой вот у нас сегодня влужек получился. Я сейчас стартую обратно в Москву. Еще 2 часа в дороге. Время 7:30. Нормально, еще успею поужинать, как раз спать. Завтра гнать машину на второе ТО. Мне, кстати, тачку стукнули, но об этом в другой раз. Всем пока.